И мамочка моя, я дома. И готов приступить к законному ужину. Я пойду, наверное. Да, до свидания. Нарушаем, да? Ты все неправильно понял. То есть ты хочешь сказать, что я еще и тупой, да? Извините, рога думать мешаю. Кто такой? Это Женя. Он... Да, я... Женя, да. То есть я там деньги с людей зарабатываю. Оставил жену без сигнализации. А ее уже в неположенном месте трогают, да? А, я не хотел. Не хотел? А знак запрещающий ты бачил или нет? Не заметил. Не заметил. Хотел проскочить, да? Ага. Думал, успеешь. А ты что, забыл, что приоритет у того, кто с кольцом? Не учел. Не учел, да? Значит, создал тут аварийную ситуацию и хотел скрыться с места ДТП. Извините, больше такого не повторится, я случайно. Случайно. А потом также случайно она мне покажет тест с двойной сплошной. Я должен буду твоего бэйби Ланоса у себя на штрафплощадке до 18 лет тут выращивать. А, нет, командир, мы со страховкой, я в аптеке купил. О, предострахуются. Ну ничего, разберемся. Документы давайте, будем оформлять. Командир, а может мы без оформления как-то на месте договоримся? Попробуйте. Еще попробуйте. Еще попробуйте. Командир, реально больше нет. Нет? Тогда завтра я буду стоять на этом же месте. Я, в принципе, завтра не планировал сюда заезжать. Если товарищ инспектор говорит, что надо, значит надо. Ты во сколько будешь? 19 ровно. О, будьте здесь в 5 и возьми с собой денежку, еще на штрафике заработаем. Командир, а так если мы только что на месте разобрались, может мы это дальше поедем? Ну, в принципе, замечаний не имею. Счастливого пути.